В каком возрасте вы начали применять антивозрастные средства по уходу? Девочки из нового поколения уже сейчас. Эдьями, специально для Edindex. Среди девочек поколения Альфа появился тренд на антивозрастные средства по уходу за кожей. Дети начали тестировать такие продукты на себе и делиться своим опытом в соцсетях. Бренд Dove объединился с американской актрисой Дрю Берримор, чтобы побороться с этой тенденцией. Актриса в своих соцсетях начала освещать проблему желания поколения Альфа избавиться от морщин. В видеороликах с хэштегом The Face of Ten Берримор рассказала, как большую часть своего детства посвятила красоте и использованию косметики. Она выступила против концепции антивозрастных средств в целом и отметила, что процесс старения – это привилегия, которую выпадает испытать не каждому. А мы в Edindex хотим узнать, что вы думаете о тренде на раннее взросление. Пишите свое мнение в комментариях. Эдьями, специально для Edindex.